Всем привет, с вами Павел Мясник, и мы продолжаем проходить Hellgate London. Ну и тут я вернулся на станцию Charing Cross. Так, весточки от Charing Sin взяты за задание. Читать я особенно это не буду, мне уже как-то надоело. Так. Мне дают новые квесты. Понятно, у нас проблема. Так, лично взять предметы. Что это? Аптечка первой помощи. Отлично. Отправиться на Тюдор Стрит. Понял. Так, ну, то есть вот так вот появились новенькие задания. Я даже об этом и не думал особенно. Но как-то сюда случайно заскочил. Просто найти место, где я мог оставить свои предметы. Так, ну не уверен, что это оно, но может быть. Так, ну надо продать сразу же. Что оно тут? 6% физического урона. У меня есть вообще какое-нибудь оружие, которое... О, так мне еще один навык дали. Прикольно. Ну тогда сила, конечно же. Так, ну у меня нет ни одного оружия, которое поддержало бы вот эту именно модификацию. Ну ладно, я пока тогда оставлю. Пусть будет. Ну, так как мне дали дополнительное задание на мосту Ватерлоу, я тогда отсюда и начну. Так как, ну, мне нужны вообще дополнительные статы для продвижения. Ну, я хотел бы пройти, конечно, эту игру на 100%. Мне нужно убить некого электропризрака. Ну, понятное дело, что это уже локация, ну, для меня как бы... Ну, даже мягко сказать, это для меня она уже нубская. Но, тем не менее... Уважу я их своим присутствием и разнесу всех в пух и прах. Так, отлично. Психоносный вестник. Ну, я не собираюсь на них слишком много времени тратить, тем более они мне практически ничего не сносят. Сейчас я из них толпу соберу. Да, они мне ничего даже пронести не могут. Я почти сразу же все восстанавливаю. Так. Ну да, я сейчас буду искать электропризрака. Так, ну что-то я электропризрака не могу найти. Вот может это окажется редкий буйный харм какой-нибудь. Что странно, я здесь уже всю локацию практически зачистил. А того, кто мне нужен, даже и не нашел. Странно. Ну а вот и он. Лично. Ну, конечно, я не понимаю, как я мог пропустить эти квесты. Чисто случайно их нашел, когда хотел забрать свои шмотки, что я оставил. Но как-то получилось, видимо, так. Так, ну теперь у меня на станции с собой надо убить какого-то мерзота. И, скорее всего, его также будет непросто найти и придется вычищать все. Но, я думаю, что... Но эти уже посильнее, кстати, эти 17 уровня, поэтому проблема не доставит чуточку побольше. Особенно вот этого редкого гранила я что-то долговато гашу. Какая-то у него защита видна от молний. Давно я их не встречал. Что-то даже, если честно, я их и не помню. Посмотрите, да, как прикольно смодулирован персонаж, реально. Красиво. Браво художнику, который... Додумался вообще до такого. А вот я встретил нашу братью. Собственно говоря, Мерзот. Его величество. Собственной персоной. И редкий Громила. И атакуют они меня все вместе, но... Я не думаю, что у них что-то из этого получится. Так, я увеличу себе, наверное, сейчас атаку на секундочку. Вот, теперь мне нравится урон. Отлично. Так, из этого пламени, наверное, лучше выйти. Ну, и тут тогда квест уже получается пройден. Только надо найти теперь... где же этот редкий громила? Что-то я его потерял. Громила. Наверное, он куда-то сбежал. Просто я его что-то не могу найти. Странно.
Так, а вот я нашел редкого громилу, которого я не успел еще домочить. Что-то он заточен на какое-то здоровье. Но я тогда заточусь на дамажик. И пошла жара. Так, стан. О, вот со стана его уже полегче чуть-чуть бить. Видно, он, когда теряется знание, у него открывается защита. Ну, точнее, уменьшается. По-прежнему я себе сырье делаю. Так. И что-то у меня тут есть заготовочка. Топливо. Вероятность критического урона демона повышена на 32%. Требуется редкий кусок материи. И 17 фрагментов обычной руды. Ну ладно. Пофигу создам. Пойдет. Все равно у меня этой материи дохера. Тратить мне ее некуда. Так, кто здесь еще есть? Ну, вроде здесь мои дела закончены. Так, ну я вернулся сюда. С поличным. И теперь. Ну, выбираю всякое говно. Так. Я не понимаю, откуда у них берутся задания. Я же у них это все выполнял. Как-то это даже странно. Так. Ну, ладно, пусть будет этот пока. Так, окрестности станции Темпл. То есть мне надо еще вот столько дополнительных квестов проходить. Ну не знаю, успею я или нет. Так, ну мне, оказывается, дали навык. Ну, понятное дело, все дополнительные в силу качаю. И теперь как мне туда добраться? Окрестности станции Темпл, там мне опять надо проходить мост, опять проходить совой. Или проще со станции Темпл. Так, ну вот и они, окрестности, собственной персоной. Со станции Темпл. Тут мне еще Шерсин какое-то поручение дурочка дала. И в чем же заключается мое задание? Так, опять же мне нужно к совой идти. А вот здесь станция Темпл. Мне нужно убить... А, кусок демона из гремлинов воинов выбить. Ну что ж, начну. Собственно, поглядите, что здесь творится. Это просто орда какая-то, это нечисть. И вот с этими всеми, представляете, надо разобраться. И еще искать каких-то гремлинов воинов. Круто, ничего не скажешь. И ужасно. А вот, все, одну уже нашел. Так. Ну давайте, гремлины воины, где вы? Так, ну умирать я не хочу, поэтому использую силку. Телекинезом подтянул вещички. Так, вот они, гремлины, да, по-моему? Да, вот гремлины воины, но их почему-то очень и очень мало. Так, отлично, вот уровень мне как раз очень не нужен, потому что я уже объяснял тут систему, чем выше уровень. Короче, чем выше разница в уровне, тем... сильнее либо монстр, либо мы. Вот так вот. Ну и чем ниже, тем соответственно наоборот. Так. Отлично. И вот так вот быстренько-быстренько все выфармливается. Ужас, 15 уровня, до сих пор еще так тяжело убиваются. Так, ну что. Мне не хватает очень сильно силы воли, потому что, ну, вы видите, да, как броня ее моя жрет. Но прокачиваться, это вот такой вот достаточно проблематичный вопрос, что качать. Я бы ауру какую-то мог бы, в принципе, качнуть, но у меня есть навыки поважнее. Так. На атаку, чтобы баф был посильнее. Теперь как раз это мы проверим. Ну, вроде неплохо. Вроде бы. Ой-ой-ой.
Как-то даже будет стыдно здесь умереть, если честно. Но, тем не менее, дополнительные квесты я скоро все уже пройду. Я просто до сих пор не могу понять, как я умудрился пропустить. Наверное, спешил, бежал куда-то. Я ж хочу игру все-таки на 100% пройти. Посмотреть на максимум прокачанного персонажа. Ну, конечно, максимума не получится, потому что я игру пройду не на максимальном уровне. То есть я до максимального уровня, это чтобы докачаться, надо играть на самом сложном уровне, потому что там мод требует больше экспы. Так. Отлично. Отлично. Вон я уже одного воина вижу. Даже двух. Третий пока еще не показался. Но ничего. И он покажется. Так, давай шприц-инъектор. Спасибо тебе. Шприцы. Да, конечно, можно было такую толпу не агрить, но мне это нужно. Да тихо, хилься, блядь. Отлично. Никогда бы не подумал, что вот эта локация заставит меня вот так нервничать. Смотри, что творят эти мрази. Охренеть, 16 уровень. Ну, потому что они чернолобы. Я помню, когда я был здесь на 16 уровне. Не, даже на 15, по-моему, здесь был. Они меня вообще вот этим огнем сносили. Я просто умирал за раз-два. То есть этот огонь, это такая читерская очень магия. Она есть, между прочим, у заклинателя, поэтому... Заклинатель достаточно мощный класс в этом плане. Так. Пока я новых воинов не вижу. Видимо, придется вот здесь еще пока фармиться. Так. Хилочка, хилочка. Чих-пых. Вот чернолобы это действительно какие-то читеры просто. Так. Только их убиваешь, и они сразу же наносят тебе подлянку. Напоминаю чужих по своей структуре, только у тех вместо этой херни кислота. И в любом случае у меня хилок до хера. Так, ну на Савве мне еще рановато идти. Так, вот я нашел место скопления этих мразей. Остается только теперь до него добраться. Такие вот дела. Но, между прочим, посмотрите, сколько я уже опыта нафармил. Только вроде перешел на новый уровень. Так вот, когда мы будем играть на самом сложном уровне, ну я, если, конечно, мне хватит сил пройти игру еще раз, ну я, понятное дело, передохну немного и включусь как бы в новое прохождение. Вот тогда вы увидите, насколько будет мой персонаж, насколько будет круче. То есть я бы уже был бы на уровне до 30, может даже 35. Там разница в прокачке колоссальна. Но и монстры, естественно, тоже не уступают. Так. Так. И... Да, вот это мутант дать. Все, они сразу стоят. Ничего не могут сделать. Ой, чернолоба я зря первого убил. Воин до сих пор еще не ушел. Так, ну-ка не говорите мне, что воин мне не дал то, что мне надо. Мне что, еще одного что ли искать? Так, это мой последний шанс. Или придется заново выфармливать. Точнее, даже три шанса последние. Или придется заново... Ну все, я прошел этот квест. Теперь отправляюсь на станцию Сав. Вернее, это не станция, а линия. Когда-то по ней ходили поезда. Даже не поезда, а, по-моему, это называется электричка. Или в метро как-то по-другому. Что-то я забыл. Так. Теперь мне надо фармить, видимо, этих огнехватов и найти у них обручальное кольцо. Чувствую, что это как-то будет долговато. Да, это точно. Фух. Ну ладно, буду фармить, пока не выфармлю. О, тут даже есть портал в ад.
Сейчас заглянем, давно я там уже не был. В аду. И хорошо бы было бы... Все, я выбил. Отлично. Так, теперь надо вернуться на станцию, будет Черинг Кросс. Но для начала загляну вот сюда. Что у нас здесь? Здесь у нас опять же портал, еще один. Бесы стрелки, но это мне не важно, поэтому посмотрим, что здесь. Возможно, я найду какой-то себе новенький предмет. Ну а если нет, то просто отсюда тпшнусь домой. То есть здесь ничего особенно не меняется, просто можно пофармить предметы вот таких вот кусков. Но, как видите, особенно ничего такого не выпадает. Так, я себе тут новый поясок выбил, который я могу использовать. Сейчас я посмотрю, стоит ли. То есть мне надо сначала изучить. Ну, смотрим, что оно. У меня повышение скорости рукопашного боя 1%, повышение защиты от всех особых эффектов, повышение защиты от оглушения, повышение защиты от зажигания, длительность повышенного критического урона, восстановление здоровья. И защиты у меня больше. Так что это говно. Может, ну ладно, оставлю для продажи. Так, здесь на меня нападает какая-то редкая даже гончая. Я не успеваю ей дать стан, поэтому... Так, успел. Все, теперь ее надо замочить. Так, 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 так. Вот и все. Так, ну и больше вроде ничего особенного. Так, еще одна редкая. Значит, не такая уж она и редкая. Так. Ну ладно, использую килку, а то что умирать не очень хочется. Ну, особых предметов здесь не выпадает. Почему-то его начали вот... Блин. Вот надо же, пояс выпал какой. И на демонолога. Ё-моё. Так, я его даже возьму. Да, я его разберу. Хоть что-то хорошее. Что-то ТП здесь не работало. Мне приходится обратно идти. Прицов инъекторов у меня вообще завались. Даже не кончают. Я только ж набрал, и они мне все идут и идут. Но я не могу, конечно, это жаловаться. Мне это радует, что мне вот так вот везет, можно сказать. Такс. Ну, надеюсь, отсюда уже такое работает. Со станции Савая. Сейчас поглядим. И отсюда не работает. Ну что ж, придется выбираться туда. Тарарам-пам-пам. Ну, тут достаточно много бесов. Ахалай-махалай. И... Отлично. Значит, сначала на станции Темпл сдам квест, а потом вернусь на станцию Черинг Росс. Так, и у меня еще у Мэгги какое-то невыполненное задание. Так, отлично. Куда трес холоп. Ух ты! Вот это я не ожидал, если честно, что мне подарят пояс. Я тут только жаловался. А оно вон оно как. Так, на тебя еще радость моя, выполню задание. Так, почему-то у меня столько много недовыполненных квестов. В частности, там Мэг какую-то сдала. Так. Гремлины, вестники. А что это Мэг хочет разбить? Трес холоп какой-то. Понятно. Что ничего не понятно. Ну ладно, сейчас я его изучу тогда. Физический урон от шипов. Восстановление здоровья больше. Добавляет 24 единицы к силе атаки зажигания. А у меня на что? У меня, к сожалению, электроурон.
повышение защиты от шока. Но в любом случае. А, вот это вот даже как-то... Не знаю, честно. Вроде он и крутой, ну, оранжевый все-таки, но... Брони меньше. На 2 пункта. Но здоровье восстанавливает больше. Физический урон шипов дает. Ну ладно, в общем, посмотрим там дальше, что будет. Так. Где там этот торговец? Я ему это сбагрю, что смогу. Так. Ладно. Так, потом. Ага, ну вот это мы все сейчас попродаем тогда. Так, это я для наношарда разберу. Сейчас проверим, что вот из этого дороже стоит, то, наверное. Все-таки это дороже, но. Не уверен, что лучше. Да ладно, покер. Буду использовать то, что я хочу. На что есть желание, так скажем. Так, на Нагорн. Помещу, например, предметик сюда. Какого он, кстати, уровня? Предмет 18. Не, ну его еще рано тогда. Щит, опять же. Но на него уже надо 3. Вот этих фигни можно подкопить или, например, прокачать вот эту хиромантию. Сейчас подумаю. Так. Ну что, давайте подкачиваться. А, этот предмет уже 19 уровня, просто ну, нету смысла его пока вот так докачивать. А есть смысл вот это прокачать. Ну, не намного, но все равно. Так, ну и предмет 16 уровня, соответственно. Ай, ё-моё, лоханулся. Так, ну... Ну-ну-ну-ну-ну, и пока что все. Пока что все. А теперь я отправляюсь на Черинг-Кросс. Вот она, Черинг-Кросс. Здесь меня ждет еще одно повышение, можно сказать. Вот это. Так, вот оно, да, выбрать предмет, но это говно, тут не имеет значения, что выбирать. Так, опять окрестности станции Темпл. Но эти уже квесты я буду потом довыполнять, они мне кажутся вообще какие-то бесконечные. Я уже, если честно, даже подустать успел, пока их выполнять, это какой-то ужас реально. Еще какого-то я, оказывается, пересхвата не убил, или еще кого-то, хрен его знает. Ну, в общем, уже будем в следующей серии это все допроходить. Ну, а с вами был Павел Мясник. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока-пока.